В Выборге прошел чемпионат и первенство Ленинградской области по тэквондо. Участие в нем приняли воспитанники более 30 спортивных клубов региона из Санкт-Петербурга. За турниром наблюдали наши корреспонденты. Официальная часть соревнований началась с показательного выступления тренеров, обладателей черных поясов. Своим воспитанникам они показали, как можно одолеть вооруженного неприятеля и как действовать, если нападают сразу несколько человек. После эмоционального шоу на татами начались выступления представителей разных видов поясов. Программа соревнований традиционная. Технический комплекс боя с тенью, поединки и для самых маленьких верёк. Измерение силы удара рукой и ногой. По итогам чемпионата области было разыграно 90 комплектов наград. Золотая медаль стала подарком для всей Федерации тхэквондо Ленинградской области. За последние годы это первая крупная победа среди воспитанников. Успехи были, но до заветного титула чемпиона оставалось совсем немного. Как это часто бывает в спорте, в решающий момент подводили полученные травмы или финансовые затруднения не позволяли спортсменам выехать на соревнования в другую страну. Несмотря на это, сейчас среди юных спортсменов есть те, кто готов с достоинством представить Ленинградскую область на соревнованиях международного уровня. У нас среди мужчин Олег Дубовский, который на Кубке Европы, на чемпионате России первое место постоянно завоевает. У нас есть спортсмены, которые завоевывают призовые места. Но еще раз, в Российской Федерации тэквондо большое количество регионов, там около 50. Чтобы выиграть, это очень большая конкуренция. Тхэквондо для Ленинградской области единоборство достаточно молодое. Несмотря на это, оно уверенно набирает популярность. В этом году к федерации присоединился и Ломоносовский район. Возможно, уже через несколько лет восточное единоборство начнут осваивать по всему 47-му региону.